два, три, все вместе! Устрой! Столько крови на моих ладонях и моей одежде. Я никогда никого не пил прежде. Никогда ничего не пил прежде. Был тих, спокоен, совсем бежный. Всегда только бурно бросал мусор. Отравил стороной шумные грузы. Запрещенных веществ никаких не юзал. Был положительным самого плюса. А потом как-то раз эту песню услышал. И все прощаемое крыша. Устройте, стой, порядок это отстой. Кружи, ломай, тряси башкою пустой. Тебе легко одолжить свою, но только чую, чтоб ты потом не ныл, мол. Я положил свинью. Мы с тобой договоримся тупо. Твой поступок — это твой поступок. Свою ответственность будет вкладывать глупо на чувака из какой-то там группы. Я рад, что ты со мной согласен, друг. А теперь давай-ка взгляни вокруг. Всюду гадость, коты кругом. Задаем шагу, слушай, пошел. Стой, стой, порядок, это отстой. Сейчас вы исполнится. Наконец-то станцевать готовы это. Так или нифига, песни.
очень хитровые, мы вам играли, что все было зря. Этому фестивалю, если честно, друзья, надо доверять, ведь он много лет делает одно и то же. Разгрузите палет, мне хотя бы один. Я хочу узнать, что там внутри, да сидим. Я буду мучиться этим самым вопросом, если вы сейчас наконец не отдадите Нойзу. Хотя бы один из них, хотя бы один из них. Я посвящаю этим палетам свой стих. Я посвящаю этим людям свой стих. Также спасибо за мощнейший продакшн, диджею Стаффорду и, конечно, Вове. Вова сейчас, не жалея пота и крови, долбит свои котлы для того, чтобы разогреть хотя бы часть толпы. Но пока что очень сильно грустите вы. Мы к вам приехали из Москвы, точнее из Переславля через Москву. Приехали для того, чтобы пользоваться здесь успехом. Но успеха пока что маловато. Давайте поактивнее, ребята. Мы скоро вам споем слезливую балладу. И вот тогда наконец-то эту клоунаду можно будет отставить в угол. И тогда наконец-то твоя подруга зареванная тебе уткнется в свитер. О, я за это так люблю вас, Питер. Дорогие друзья, все вместе, я надеюсь, вы готовы под звуки танописты наконец-то похлопать нам всем в ладоши. Вот я вижу, многие это делают по-хорошему, остальным придется по-плохому. Лучше бы ты остался дома, чем в кому впадать прямо здесь в задних рядах. О, тебя видит Аллах, тебя видит Будда и видит Христос. И они все тебе задают вопрос, что ты сделаешь здесь, если ты не дорос до того, чтобы рубиться. Друзья, я уверен, что мы здесь собрались не зря. Мне сказали, тут детям материться не надо. И поэтому я продолжаю до упаду танцевать. Что мне остается еще? Если вдруг мне уже дали обратный отчет, если вдруг мне давно уже надо что-то говорить, а мне говорят, что предупредить. Меня должен Минздрав и остальные министерства о том, если честно, наши песни протеста здесь неуместны. Поэтому мы молчим. Ох, ох, как звучит. Мы с Саньком идеально. Как мне нравится, когда круче Рамштайна качает эту партию спёртую у Майкла. Ох, мои зайки, ставьте нам лайки, подписывайтесь в соцсетях, иначе вас покарает тот самый Аллах, который вместе со своими компаньонами наблюдает за вами вагонами. Надо разгружать позитив сегодня. Дорогие друзья, уже все свободны. Практически хедлайнер выступления закончил, хотя анакондас будут ближе к ночи. На них оставайтесь все же, все остальные не все известные нам рожи, но мы их всех уважаем тоже. Сегодня тут будет адский отжиг. Итак, друзья, если честно, давно меня моя стезя завела в самый настоящий тупик. Ох, кто бы мне наконец прикусил язык? Я сам не могу, не осталось зубов. Рок-н-ролл очень жесток, и я не готов продолжать по этой тропе идти. Поэтому, пожалуйста, давай, уйди. Надо красиво и спокойно. Вот этот бит отстойный, господи, как он меня задолбал. Бум-бум-бум, если честно, из башки уже ум пропадает от такого грохота. Хотя ты играл неплохо там. Давай вернем, как было, вот, замечательно. Давай побольше силы, побольше силы, побольше силы. Без бита нифига было невыносимо. А с битом по-другому все совсем срослось. Ух, я как лось сейчас, шевеля рогами, убегаю в лес. Спасибо вам большое за тот процесс, который мы подходим к финалу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, время настало. Наконец-то сыграть главный хит. Это по-другому звучит. Нет, Валерий, танцев не будет сегодня. Сегодня каждый должен почувствовать себя свободным жителем Петрограда. И для этого, конечно же, надо исполнить и танцы пронзительную балладу. Под нее и будут танцы до упада, но танцы медленные до упада будут. И сейчас, о, какое чудо, я объявляю наконец-то песню. Нет, еще не сейчас, еще 200 секунд примерно подождать придется. После этого, наконец, я эмоцию свою выразить смогу и мысль. И в каждый питерский организм попадет, наконец, эта бацилла. И все поймут, что сейчас, что есть силы. Мы, хочешь знай, хочешь не знай, но это будет песня «Выдыхай!»